Ранок, сніданок триває, друзі. У нас у гостях Сергій Коша, з яким сьогодні надцікаву тему будемо обговорювати, тему, яку я боюся, тому навіть не буду її озвучувати. Давайте ви. Да. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже раді вас бачити знову у прямому ефірі. Я знаю, що ми підготували щось цікавеньке. Наприклад, дивлячись на сучасний шлюб, так, люди одружуються або в молодому віці, або вже так за 30, да, більше, як сказати, така європейська модель шлюбу. Я знаю, що люди продовжують ходити на роботу, і якщо не одружених людей виникають почуття, тобто, так сказати, служебний роман, як, чи це добре, чи це погано, як жити з цим, да? Наприклад, люди закохалися на роботі, це погано чи добре? Як ви вважаєте? Раз ви задаєте. Давайте. Насипайте її. Я думаю, якщо люди закохуються, це добре. Але... Класно, ура! Да. Якщо вони не одружені, але я розумію, що дуже важко інколи людям працювати в одному колективі, тому що ендорфіни, почуття і особисте, робоче, це дуже важко поєднувати. Я вважаю, що треба бути спеціалістом або... Хорошо, навіть якщо ви не спеціаліст, так. Які у вас є інструменти, щоб противостояти цій стихії? Вибачте, спеціаліст чого? З кохання? Чи на роботі ви? Ні, на роботі, якщо ти спеціаліст, а зараз ти закохався. Я навіть чула таку теорію, що трошки люди не такі розумні. Сейчас можно слово експерт. Люди трошки не такі розумні, коли вони закохуються, тому що там ендорфін, гормони, вони не просто нерозумні, вони фокусуються, не можуть так фокусуватися на речах, які робили до цього. То як ви, як психолог, скажіть? Во-первых, действительно, с любовью, как стихией, трудно бороться, с ней бороться нельзя, потому что как я однажды сказал, что любовь может в одно мгновение разрушить вашу жизнь, чтобы воссоздать в следующую. Феникс прям. Да. Поэтому, собственно говоря, противостоять ей нельзя. Но если человек, как мы говорим, все-таки человек homo sapiens, разумный человек, значит, он может как минимум прислушаться или послушать нас и какие-то сделать выводы. То есть если разделить вот всю нашу жизнь на две главных составляющих, на ценности и приоритеты, тогда он будет понимать, с какими, скажем так, известными он может работать. Ценности – это вот то, что мы называем вот этим чувством, которое нахлынуло, то вечная ценность. Любовь – это вечная ценность, да? Работа, не знаю, ценность вечная, не вечность, поэтому мы не можем отнести ее к ценности, это приоритет. Поэтому если уметь правильно расставлять приоритеты и согласовывать с ними ценности, то я думаю, что вот как раз можно найти вот эту золотую середину или гармонию. То есть, другими словами, отказываться от чувств бессмысленно и глупо. Это как боротьба с собой, да, как вы кажете? Пытаться их удержать, как джина, засунуть в какую-то бутылку, тоже навряд ли получится. Но, понимая, что, скажем, твои чувства, твои отношения по отношению к конкретному человеку как бы могут чуть-чуть мешать окружению, то можно вспомнить, что у тебя есть еще и приоритеты, твоя работа, да, то, что там ты... Там обов'язки какие-то. Абсолютно точно. А вот скажите, как эксперт, кому легче бороться, не боротися, а з цією закоханістю, кому легше? Жінкам або чоловікам? Да, не боротися. Ні, боротися. От в мене роман – це суто... Щось зі зрадою слово пов'язане. Мені не здається, що людина на роботу прийшла крутити роман просто, щоб знайти свою половинку. Да? Бувають люди там, кожного дня вони проводять разом, п'ють каву, обідають. У мене з психологічної точки зору щось тут, да? Якийсь негатив. Ти просто дивишся, як вже людина, в якого вже... Роман можна потребляти слово по отношению к произведениям, допустим, да? Тобто, все равно це асоціативне. В будь-якому випадку є кліше якісь. Да, то есть роман или служебный, или любой другой, то есть это все равно определенные ассоциации, у каждого не свои. Кто-то, если однажды увидел и запомнил какой-то негатив, у него все это будет восприниматься негативно, причем неосознаваемо. Я считаю, что вообще все довольно относительно, нельзя вот прямо так вот располосывать на черное и белое, даже случаи измены, потому что нужно всегда смотреть за конкретным каким-то действием,
стоит конкретный человек со своей историей, со своей трагедией. Мы же не знаем, в каких условиях он проживает, да, и от чего он бежит. От там, мужа, там, ревнивца, или который агрессора, который избивает, или, или муж, который изменяет направо-налево. То есть я никогда не оправдываю самого факта измены, потому что измена – это когда человек выходит из своей зоны комфорта и не находит другой. Он, грубо говоря, он как странник непонятно где, вот темный странник. Это болезнь. То есть его нужно вернуть, и если он сам это не может, но желательно, чтобы ему помогли люди, которые покажут, от чего он бежит. То есть, как правило, он бежит от самого себя, от своих комплексов. Но если мы говорим не об измене, как об факте уже конкретном, а о действии, о попытке как бы найти лучшее. Каждый человек ищет лучшее. Лучшую любовь, лучшего партнера. Но одно дело, когда это навязываются социальные стереотипы, а другое дело, когда ты идешь от сердца. Почему я говорю ценность? Когда у нас голова дружит, никогда не дружит голова с сердцем, а когда голова дружит, и когда наши чувства подтверждаются всем остальным, тогда это глубинные чувства, и тогда надо тогда петь гимн, оду и, в общем-то, развивать. То есть жизнь построена все вокруг любви. Все остальное вращается. Это, знаете, как солнце, а все планеты вращаются вокруг вот этого солнца. Так и любовь. Это вот это ключевая вещь, это главная ценность. Но вот даже вращаясь вокруг этой ценности, нужно понимать, это вообще твоя ценность, не твоя, ложная, может быть, она. Але от якщо повернутися не до зради, я розумію, що насправді служебний службовий роман це якісь погані асоціації. А якщо казати про людей, це більше треугольник, асоціація з треугольником. Так, да. А наприклад, от дійсно неодружена пара, люди, колеги, і в них зав'яються якісь стосунки. Чи треба розділяти робочі питання, особисті питання, і як це робити? Послухайте, ми включили два слова важних: пріоритети і цінності. А тепер додам к ним ще інтерес. Тобто інтерес, да, там, производственный, там, личный, либо другой. Есть интерес там, рабочий, есть интерес личный. То есть, конечно, личный интерес желательно проявлять личное там, за пределами. Но, с другой стороны, если вы вместе, они вместе пьют там, кофе, там, где-то могут общаться, почему не проявлять его? Главное, чтобы понимать, что, еще раз говорю, что ты не находишь... Да, у вас поле влюбленности, оно расширено на всю вселенную, но в этой вселенной, возможно, ваша влюбленность кого-то будет задевать. Де тут живе Сесі? Від Житомира до Глибочиці максимум. Слухайте, Сергію, от дивіться, от, наприклад, ну добре, не на моєму прикладі, там один мій друг якийсь там ніколи не хотів працювати з дівчиною своєю або з дружиною. Або спортом займатися. Як мій друг думає, що індивідуальний час, проведений з дівчиною, це ковток повітря, значить, ковток тієї води, який має освіжити після робочого дня, наприклад. Так? Ну, людина слабка, якщо вона думає, що вони з дружиною або з дівчиною, працюючи в одному приміщенні, набриднуть дуже швидко собі. Да, не зможуть більше... От, не ставлячи ліміт, що, наприклад, за 10 років стосунки охолонуть, а тут, наприклад, вони там за 5 або за 2. Чи не хвора ця людина, яка, звісно, що лімітує так? Ні, вона не хвора, просто у неї є определенне видіння або определенне ограничення видіння свого собственного конкретного чоловіка і конкретно партнера. Тобто, як ми бачимо партнера? Тобто, ми бачимо лише там сексуального партнера, ми бачимо його духовного партнера, ми бачимо в ньому партнера там, по бізнесу, по роботі. Тобто, якщо вот ці всі три составляющі у чоловіка нормально, да, і не пересікаються, взагалі ніяких проблем немає. Я знаю багато таких пар, які в бізнесі совместный бизнес. Женщина может оставлять свой бизнес для мужчины и помогать ему. Да. То есть, ну, это как бы вот совмещение вот этих вещей. Я не думаю, что это вообще проблема. Проблема, вообще проблема, вот скажем так, как вы кажете, набрыдлости, или когда отношения переходят в фазу такой статики, это... Вот вы разом на работе, потом вы приходите до дома, вы там разом. Конечно, нужно личное пространство. То есть понять и быть собой, конечно. Для мужчины, ну, я могу как мужчина говорить в первую очередь о себе, для меня это очень важно. У меня нет там мужских компаний, но для меня мужская компания
это я сам себе, и поэтому мне хочется побыть. У нас есть четко, но даже находясь в одном пространстве дома, у нас нет ограничений, то есть я хочу побыть один, я хочу поработать, не вопрос, мне никто в этом не мешает. Я вообще считаю, что это все надуманные какие-то вещи, что вот, мы как тот говорит, она будет каждый день мелькать, не мелькать, в том фильме рассказывал, да? Нет, это не важно. Важно, чтобы мы понимали, что если нам человек нравится, то чем, как я уже когда-то говорил, что близость — это желание и способность познавать глубже, дальше, больше. То есть если ты действительно испытываешь какие-то настоящие чувства к этому человеку, тебе с каждым днем захочется узнать его больше, больше. Поэтому вот так называемое, вот мы вдруг чувства разошлись, угасли и так далее, их просто не было. Была первичная влюбленность, был интерес, было любопытство. Ну, а это не было вот то настоящее чувство, которое, потому что чувство, это как даже определяют их психологи, эмоции отличаются глубиной и модальностью, то есть длительностью. Вот когда мы со временем, у нас действительно только желание больше узнать, только крепнут, как тогда это настоящее чувство. Не можешь напытаться людину, да, но чтобы понять это, иногда нужно пройти, ну, как говорится, наломать много дров и понять, что это действительно так. Конечно, специалисты могут в этом помочь и расставить вот эти акценты, направить. А ще таке питання. От ми затронули, наприклад, продюсер, да, так, співачка. От інколи бувають службові романи. Ай, коли... то ілюзія. Тут треба працевлаштувати свою жінку, і вона стає твоїм продюсером, насправді ти все робиш, співаєш. Якщо є домагання від боса, наприклад, як боротися з чим? Чи це можна назвати романом? Ну нет, ну как можно. Когда людина стоит выше, посадою. Отношения, если мы говорим о каких-то партнерских, равноценных, причем тут не будем брать там феминистские какие-то наклонности, но нормальные отношения мужчины и женщины, это мужчины там рыцаря, джентльмена по отношению к девочке, к даме, к маме, как угодно. В каждой женщине мужчина видит и маму, и дочь, и все остальное. То есть для него это то, что вот никоим образом нельзя обидеть и проявлять какие-то свои недовольства. Поэтому в любом случае здесь никакого отношения к любви не имеет, здесь определенная манипуляция, здесь определенная зависимость. Более того, это, я так понимаю, что это довольно криминальная штука. И просто нужно женщинам этого не бояться и понимать, что, конечно, будут такие мужчины, они никуда не денутся, они будут пользоваться своим положением, пользоваться своим авторитетом и возможностью. Как наказал их кто-то там в своих пошуках, какие-то травмы? Но есть прецеденты, когда женщины обращались, и когда выигрывали и служебные процессы, судебные, наверное, не в нашей стране, но были. Поэтому надо этого не бояться и понимать, что ценить себя и ценить свое интимно-личностное пространство и понимать, что зачем вам вот этот путь жертвы и путь вот этого такого насилия психического, физического. Моделюємо іншу ситуацію. Інший трикутник з приводу роману. Цей трикутник замкнений на одній роботі. Ага. Тобто є твоя дружина або твій чоловік, який працює разом. Ти і є і нова колега, яка сподобалась. А, і починається. І є робочий процес. Угу. Всім тікати з країни. Це дійсно проблема. Чому? Тому що не кожна... опять же, це все залежить від комплексу. Тобто, якщо, як я кажу, якщо чоловік самодостаточний, неважно, це мужчина чи жінка, якщо у них... скажем, относительно нет комплексов, то есть другими словами, мне абсолютно не важно, кому он улыбнулся и кому он подмигнул, потому что я доверяю себя, я уважаю себя, и, соответственно, я также доверяю и уважаю своему партнеру. У меня нету, но... Очень не бачить, это одно. А когда вы видите, что какой-то флирт реально, допустим, от женщины, причем мужчина может на него вестись, даже не осознавая, потому что у женщины это с детства, у девочек с детства обучают коляшечки, все эти вещи, и он может не видеть, то, конечно, женщина может увидеть и мужчине, скажем так, или женщине другой. То есть эти вещи могут быть. Но я говорю, если это действительно такая дружелюбная, комфортная атмосфера, но
вот, то в принципе может это разрешиться комфортно. Но если это все равно, знаете, как это моя территория, это мои границы, что туда полезно? То есть, да, это все равно было, есть и будет, поэтому, наверное, вот в этом смысле мужчина и женщина на одном рабочем месте, это, ну, не очень хорошо. Ну, це тема, звісно, що для наступної розмови, просто давайте в рамках роботи, що може бути реальна дружба між чоловіком і жінкою, як між колегами? Ну, просто не заходити на особисте дуже. Ну, наверное, как приятельство, наверное, может быть. Если мы говорим, ну, дружба, ну, скорее всего, это... Ну, такая, скажем так, сотрудничество своеобразное, своеобразная симпатия, но это не дружба в том понимании, потому что дружба – это когда человек, на мой взгляд, дружба – это практически иногда равноценно состояние любви, любви как дару жертве. То есть друг, который может за вас жизнь отдать, то есть друг, который может выставить, то есть, ну, здесь, понимаете, здесь уже такие границы нарушения своих личностных нарушений, то есть друг всегда может сказать другому другу, слышишь, ты, чувак, ты куда вообще, что залез? Ему правду сказать в глаза. То есть здесь, ну, понимаешь, дружба – это очень высокая степень ответственности по отношению к другому человеку. Готовы ли мы просто взять коллегу, женщину, которая вот готова за нас горой отстоять? Тут и уже не, она, не выйдет далее, да, там, тут стосунки... всегда стоит личный интерес. Всегда стоит интерес, обусловленный сексуальным интересом. Поэтому я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной, в котором нет этого контекста, ну, она либо это дружба мамы и сына или там родственников, но вот с другими людьми все равно есть интерес, все равно, неважно, он платонический или другой, но все равно сексуальная составляющая присутствует всегда. Дякуємо, дуже цікава розмова. Щоразу я наче хлопчик, який вийшов з темряви, з кожним ефіром Сергієм Колешою, у мене очі все ширше. Дякуємо вам. Вам у нас були розмови про службові романи, друзі, висновки робити вам і жити вам з цим, якщо ви в цьому замішані. Але у нас ще багато ефірів попереду і багато цікавого. Значить, у нас Сергій Колеша, щотижня можете залишати свої коментарі, а ще краще задавати запитання у соцмережах.